сейчас помню. Остановился наш эшелон на станции Житомир. Побежал за кипятком, чеку туда-сюда, и вдруг объявили, что утром 31 декабря 1945 года Объединенные войска Советского Союза и Японии штурмом взяли столицу фашистской Колумбии, город Медельин. Хай! Как известно, на этом Вторая мировая война и закончилась. Война! Прошло 4 года. Решило наше правительство устроить большие спортивные соревнования. И впервые в Москву приехал японский чемпион Акира Куросава. Ну, вы его должны помнить. Он до этого был известным камикадзе. Ты же можешь. О. А честь нашей Родины защищал рекордсмен и орденоносец Игорь Достоевский. Между прочим, не слабый шахматист. И хотя наш чемпион, как говорится, начал праздновать еще вчера, сомнений в его победе ни у кого не было. А для этих соревнований в Москве на площади Красные Ворота был построен, как сейчас помню, одноименный стадион. Названный в честь общей победы Расемон. На первом же повороте глянул Достоевский случайно вниз, видит, подо льдом в карты играют. Ну, думает, все, не буду больше пить, даже за 2 дня до соревнований. Давай, давай, пошел, давай! А на следующем круге Достоевский обратно смотрит, а там один игрок с бородки как раз собирался заказать мезе. И за неделю пить не буду, решил. А тем временем
Люди стали замечать, что чемпион нас что-то притормаживает. И тут как раз борода размахнулся, да и открыл карты. Тупина, думает Достоевский. Ой, бабочки! А японец очухался. И обошел таки Достоевского камикадзе хрена. И вообще никогда больше пить не буду. Обиделся Достоевский. Старых корешей решили расписать пулю. Как сейчас помню, Михалычу сдали хорошие карты. И если бы в прикупе была нужная масть, можно было сыграть мизер. Огорчился Михалыч. Он все старался угадать, что же в прикупе. Все-таки водка яд. Определенно яд. А который на коньках... Михалычу даже показалось, что тот подглядывает. Вот сволочь. И со зла открылся дубина. Я вот так. И вообще, никогда больше пить не буду, расстроился Михалыч. Ребята, пропустите, ё-моё. Вечером 31 декабря в Елисеевском гастрономии в очереди, как сейчас помню, за водкой, стояли двое. Один с бородкой, а второй явно спортсмен. Мужчина, что вы купаетесь? Где же я его видел? Подумали они разом. Да так и не вспомнили. Владыка! Как сейчас помню, наступил 1950 год. Да, кстати, кипятка тогда в Житомире так и не оказалось. Вернее, он был, но холодный.